Приветствую вас, Елена. Смотрите, если вам врач, психиатр назначает какие-то лекарства, то у вас, соответственно, какой-то диагноз. Ваш диагноз требует лечения, в том числе и психотерапевтического. И, в общем-то, то, что вы пьете лекарства, это да, но не стоит думать, что лекарство решит вашу проблему. Проблема ваша, она находится и в психологической сфере тоже, и вам нужна именно психотерапия. То есть это некие сессии, сеансы, где вы будете работать со специалистом именно со своими проблемами, не через принятие препаратов, а именно через взаимодействие. Вот. Проживать и прорабатывать все ваши проблемы, все ваши травмирующие события и потихонечку собирать себя по частям. Сейчас вы переживаете потребность в выражении всех тех чувств, которые у вас внутри находятся. Вот. Ну и в какой-то степени являетесь жертвой, потому что обстоятельства вашей жизни изменились, а вы говорите про ответственность, то есть вполне возможно, что вы берете на себя слишком большую ответственность, которая вам не по плечу, из-за чего тоже возникает стресс. Вот. Либо это слишком большая ответственность, либо это не до конца выработанное отношение к ответственности. То есть не до конца вы понимаете, хотите ли вы вообще за это отвечать. Вот. Так что вам нужно выбрать себе эксперта, вот, и начать с ним работать, чтобы выбраться из ямы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.